Something very unique has happened just recently. A wife of a Russian soldier left everything behind in Russia and came to Ukraine to take her husband, who's a prisoner of war right now, and to somehow stop the war. There is an interview with her on Zolkin's channel. I translated part of it, so let's enjoy it together. And if you want to watch the whole interview, you can find the link to it in the description to this video. Меня зовут Крынина Ирина Михайловна, я гражданка Российской Федерации, приехала в Киев с Красноярска. Я здесь, чтобы донести гражданам Российской Федерации, что мы живем во лжи. Последние сколько уже, больше полутора лет, мы живем в такой лжи, что когда я все осознала, я не смогла оставаться в России, поэтому я здесь, чтобы донести хоть какую-то информацию, может быть, до жителей России, которым не все равно на войну, и которые как-то могут повлиять, может, на прекращение войны, потому что, ну, мы же россияне, мы же можем это как-то остановить. Я сюда приехала за гражданским мужем, Ковтковым Евгением Юрьевичем. Он попал на войну по мобилизации, его забрали на 9-й день мобилизации, 29 сентября ему вручили повестку. И 30-го утром он уже был в военкомате, его уже не выпустили. То есть мы его даже и собрать не смогли. Никакой медкомиссии, там вообще ничего такого не было. Получается, 7 июля 2023 года он попал в плен. О чем я узнала сама из украинских телеграм-каналов. By the way, important detail, he was captured by the 3rd Assault Brigade, I'm sure you know about it. Anyway, let's continue watching. В котором увидела, как его берут в плен. Дальнейшие мои действия, я сразу же побежала в военкомат, они зафиксировали информацию, и как я называю это, у меня началось 7 кругов ада. То есть около 4 недель я пыталась добиться, чтобы его признали военнопленным. Видео для них не основание, потому что в части мне сказали, единственный орган, который может признать военнопленным, это часть, к которой он относится. Многие родные, кстати, об этом не знают. То есть только часть может подать документы в Министерство обороны на признание военнопленным. А часть откуда должна знать? В часть должен поступить рапорт от командира, который находится на Украине. То есть они говорят, что видео для них не основание, видео это может быть монтаж, им нужен рапорт от командира, у них там какая-то особенная процедура, которая включает в себя допросы сослуживцев, которые видели, взяли ли их в плен, или, может быть, они сами сдались в плен. То есть если они сами сдались в плен, тогда их не признают военнопленными, их признают 500-ми. То есть если он его взяли в плен, тогда он военнопленный. Если он сам сдался, тогда 500-й. Right now she's going to talk about how she found contacts of Beletsky. Beletsky is the guy who formed Azov regiment in 2014 in Ukraine, and I'm sure he's staying behind the 3rd Assault Brigade. I'm not sure how she was able to just Google the phone number of one of the leaders of the 3rd Assault Brigade, but anyway, she found it, and now she just describes their conversation. Я в интернете нашла телефон этого командира. Да. Это, наверное, было в числах 15-16 июля. Я ему дозвонилась по WhatsApp. Он мне ответил, очень любезно он со мной поговорил, но ничем помочь он мне не смог, потому что он сказал, что прошло уже больше недели, и их перевели в другое место. А что вы его просили помощи? Я просила поговорить,
Говорю, можно мне с ним поговорить? Он сказал, что их уже нету. Что-то еще он говорил? Он сказал, как вы относитесь к войне, почему вы его сюда отпустили. То есть он задавал мне такие вопросы. И вы что? Я сказала, что меня не спрашивали. Ну, меня по факту не спросил никто. Хочу я, чтобы он уходил, не хочу. Он меня поставил перед фактом. Я иду. К войне я сразу относилась крайне негативно, потому что я считаю, что в 21 веке вести себя как в средневековье, вот эти вот войны, они ни к чему. Лучше сразу сесть за стол переговоров и все обсудить. Что вам говорят? Почему нет обменов? Они ничего не говорят. Они пишут отписки. У них есть любимое слово – действенные меры. То есть они принимают действенные меры по возвращению Жени с плена. Какие это действенные меры, я до сих пор понять не могу. Ну, я так понимаю, они это отписывают тупо всем. Всем одинаковый текст. И мало того, что у Министерства обороны сейчас автоматическая система ответов. То есть они разработали, вложили деньги в автоматическую систему ответов. Нам уже отвечают роботы, даже не люди. В общем, когда Женя попал в плен, вместе с ним попало еще 7 человек. Now she's going to discuss how she was questioned by an FSB agent while she was in Russia. Что там Вова с ним. А мы знаем Вовину жену, она тоже живет в Вова это еще один пленный. Вова это не... Он оказывается не в плену. Короче, когда Женя попал в плен, Женина мама сказала, что вот Вова. Ну, она мне сказала, вот Вова, надо связаться с Галей и ей сообщить, что он в плену. Мы связались с Галей, и Галя сказала, что нет, это не Вова, вы обознались, а Вова вернулся обратно. То есть Женю взяли в плен, а Вова вернулся обратно в лагерь, или как у них там это называется. Угу. Этот Вова, он очень сильно возмущался, потому что их бросили на пушечное мясо. Может, очень много сейчас видеороликов, где солдаты возмущаются. Вот так же возмущался Вова. То есть он звонил Жениной маме, рассказывал, как он там чуть ли не двое суток лежал под танком, чтобы добраться до лагеря, что за ними никто не приехал, что их кинули. Ну, в общем, не факт. Она мне вот это все на эмоциях рассказывает, Галя, жена Вовы, угу. А я ей говорю про программу вот эту вот «Хочу жить» и говорю, пусть он сдастся в плен. То есть пусть он сдастся в плен, ну, по вот этой программе, и начинаю ей рассказывать, скидываю ей контакты, говорю, как это происходит, на что она побежала в ФСБ и написала на меня заявление, что я украинский шпион. А я пришла в ФСБ, меня 2.5 часа допрашивали и отпустили. Что спрашивали? Спрашивали все, то есть спрашивали вообще издалека. То есть, когда мне позвонили и сказали, что звонят по поводу мужа, я подумала, что они хотят помочь. Ну, то есть, может, я подумала, может, его обменяли, какой-то информации не достает. Я просто через 15 минут уже в ФСБ была. И все, он у меня начал расспрашивать, там, куда обращались, как узнали, ну, как бы стандартные вопросы. И где-то через 1-1.5 часа допроса он мне выдает про вот эту Галю. Как поход в ФСБ вообще в целом? Ну, когда он мне сказал суть похода, то есть я туда поехала, ожидая, что мне хотят помочь, а по факту я приехала, потому что меня хотят посадить. Угу. Понимаете, вот этот момент меня очень сильно расстроил. Я сама по себе очень эмоциональный человек. И когда я вижу вообще, что в стране происходит, в нашей стране, и что людям, многие люди вообще даже, по-моему, и не знают, что у нас сейчас война-то идет. Но вот я смотрю на эти улыбающиеся лица довольные, они живут в своих мирках, и они не понимают, что
умирают люди, наши люди, ваши люди. Ради чего? А по поводу этих взрывов, я верила в это. Я верила, что вы действительно сами себя взрываете вначале еще. И потом говорите, что это мы взорвали. Когда я смотрела российские новости, я в это верила. А сейчас? А сейчас я посмотрела независимые источники, и я понимаю, что российские новости построены на лжи. И они подходят к этой лжи очень профессионально. Там это все пишется психологами, юристами, я не знаю кем, но это написано так, что тебе проще поверить, что Украина сама себя взрывает, чем что мы это делаем и что мы про ту же Бучу, что это мы. Да проще поверить, что... I'm not sure if you remember that, but in case of Bucha, on Russian news outlets, there were information about Ukrainians being responsible for all the civilian casualties in Bucha. Also, other Russian news sources were telling that it's live people lying on the ground, because there was a video in which supposedly hand of a living man was moving. Basically, Russia was throwing many different versions of why it's not Russia who's responsible for Bucha, but we all know that it's Russia. Действительно, Украина разложила манекены. Они знают человеческую психику и знают, как на нее воздействовать. Сейчас идет уничтожение, да? Уничтожение украинских городов, уничтожение мирного населения, хотя у нас говорят не допустить гибели мирного населения. Сейчас идет уничтожение. Я хочу, чтобы родные не боялись. Почему? Я не могу понять, почему забрали мужчину, там его убили, я не знаю, он в плен попал. Ладно, не убили, погиб. Я просто считаю Путина убийцей. Ну ладно, погиб он. Попал в плен. Почему они сидят и молчат? Они даже видео боятся записать. Это правительство должно нас бояться, а не мы его. То есть у нас люди настолько запуганы и настолько зашуганы, что они боятся. Просто сидят и молчат и ждут. Что ждут? Чего можно ждать? Уже и так все понятно. Всем пофиг. Now we're gonna see very important moment. It's her husband. He's not aware that Irina is in Ukraine and she came to take him somewhere else, not to Russia, and that she against the war. And everything is surprise to him. So let's watch. Guys, what do you think about his reaction? Because it's kind of weird. It sounds like he didn't want her to be where he is. Also, for the rest of the video, he kept being silent. He didn't say anything crucial. And also, he told that he wants to go back to Russia after he is revealed from Ukraine, even though he knows that his wife will be imprisoned if she goes back to Russia. Honestly, he doesn't seem to be worse a woman like that. Okay, let's keep watching. То есть Россия в лице правительства нашего отказалась от военнопленных. У нас нет пленных, у нас нет потерь. Ребята, которые с тобой погибли, они до сих пор лежат в Клещеевке. Я нашла родственников с вашей бригады. Там столько без вести пропавших, я тебе передать не могу. Я связывалась с военнопленным, которого обменяли 6 июля. Я нашла его в списках, есть официальные списки, они в свободном доступе находятся. То есть, когда происходит официальный обмен,
Эти списки можно в свободном доступе найти в интернете. Я загуглила одного военнопленного, которого вы обменяли, связалась с ним ВКонтакте. VK is a Russian social media website, just so you know. Мы с ним... Он сначала очень осторожно, не буду говорить фамилию, имя, он сначала очень осторожно ко мне отнесся, потом понял, что у меня тоже в плену, и как-то у нас завязалось с ним общение. Ему повезло, потому что в плену он провел всего 3 недели. И как я поняла, что и родные особо-то и не бегали, вот как мы, допустим, с Жениной мамой. То есть мы обращались вообще везде, где только можно. Там обратились только к уполномоченному по правам человека и в Красный Крест. Его быстро обменяли, и сейчас он обратно собирается на войну. Нет никакой амнистии, да, там по тот, кто в плену был, по этой конвенции. Женевской конвенции. То есть такого нету. Тебя обменяют, и ты обратно пойдешь на войну. Это обычная практика. Если ты против войны, то давай как-то, может быть, будем пытаться это остановить, потому что я здесь прежде всего, чтобы это остановить. Я не хочу, чтобы гибли не наши ребята, не украинские. Мы братский народ. Что творится-то? Я приехала в Украину, меня тут все понимают. И никто мне не предъявляет, что я разговариваю на русском, а вообще толком-то и ни одного слова украинского не знаю. Я сегодня вызвала такси, спокойно доехала до торгового центра, купила там тебе одежду. Мне вообще никто даже слова не сказал, что я говорю на чисто русском. So my honest opinion is that she made a mistake in case if she came to Ukraine just to take her husband. But if she's indeed sincere and she wants to stop this war, she wants to tell to people of Russia that they live in lie. Maybe there is a sense in her deed. Because she's literally the first wife who ever did this during this war in Ukraine. And there is a special program for people like her in Ukraine. It's called Let's Return Husbands to Their Wives or something like that. Anyway, I think that it's a good sign that people are starting to waking up in Russia. As she told in this video, she was zombified by propaganda at the beginning of this war, but now she see everything as it is. Anyway, hopefully you enjoyed this video and found it insightful. Go to Zolkin's channel if you want to watch the full version. Thanks for watching. Please support this video with like and subscription. I'll see you soon and goodbye to you all guys.